Ульяновская область – один из немногих регионов, на территории которого есть хоспис. Он был образован в 1994 году и стал четвертым в России. Раньше людей, которых нельзя вылечить, оставляли без специализированной медицинской помощи. Сегодня им помогают врачи и психологи. Современные методы позволяют сделать так, чтобы человек жил комфортно даже с неизлечимым заболеванием. Наша помощь в этом и состоит. В том, что человеку, который никогда не станет здоров, создать максимально комфортные условия для его существования, чтобы его не беспокоило его заболевание, но прежде всего боль и прочие вот такие моменты, которые постоянно напоминают о себе. Работать в ульяновский хоспис приходит только по призванию. Сотрудники с многолетним опытом обладают высокой квалификацией, сильным характером, стрессоустойчивостью и философским взглядом на мир. Во-первых, все наши доктора – это доктора, которые имеют даже не одну и, как правило, не две медицинских специальности. Пройдя определенный жизненный путь, они пришли к тому, что это их призвание. То есть все, кто здесь работает, действительно понимают, что они сюда приходят и не считают эту работу работой, потому что по-другому нельзя. То есть мы максимально помогаем людям. Каждый пациент получает в хосписе не только облегчение своих страданий, но и психологическую помощь. В такой поддержке нуждаются не только больные, но и их родственники. Задача вот хосписной службы, значит, то есть помочь пациентам достойно уйти из этого мира в другой. Вот. И помочь родственникам справиться с этой тяжелой, непростой ситуацией. Сотрудники хосписа признаются, что без философии здесь никак нельзя. Когда страдает близкий человек, страдают и те, кто рядом, от того, что не могут ему помочь. Здесь помогают и первым, и вторым. Чаще всего приезжают пациенты не обезболенные, годами не спят. Не могут, например, принять горизонтальное положение из-за одышки. И вот годами сидят, спят сидя. Мы облегчаем вот эти страдания. И когда родственники видят, что их родственникам легче, говорят спасибо. Хоспис – это не интернат, а прежде всего больница. Пациенты прибывают сюда на разный срок. Некоторым удается снять болевой синдром всего за несколько дней. В стационаре 35 коек. При этом помощь на дому получают от 300 до 500 пациентов. Для этой задачи созданы выездные бригады врачей и психологов. Такой помощью охвачена территория Ульяновска и пригород. В этой работе самое главное – оставаться человеком, доброжелательность, человечность, ну и, конечно, хорошая подготовка, как психологическая, так и медицинская. Обратиться в хоспис за помощью просто. Необходимо позвонить по телефонам 41 34 17 или 41 34 18. То есть самое главное, чтобы люди дали знать, что есть неизлечим больной человек, который нуждается в нашей помощи. И мы будем очень рады помочь. Сразу по первому же сигналу мы выезжаем на дом, смотрим, что можно сделать дальше. Сотрудники надеются, что в будущем выездная медицинская помощь охватит всю Ульяновскую область, включая отдаленные населенные пункты. Валентина Никонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.